Предлагаю рецепт вкусной, приготовленной на скорую руку горбуши в панировке. Рыба получается сочной и аппетитной, а готовится очень быстро, к тому же, весьма бюджетно. Специи для рыбы выбирайте на свой вкус: розмарин, тимьян, майоран, или же берите готовую смесь. Как я, рыбу предварительно можно совсем немного разморозить, не до конца, так будет легче нарезать на стейки. Рассказываю, как приготовить горбушу в панировочных сухарях на сковороде. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Приготовьте все необходимые ингредиенты. Рыбу помойте и нарежьте на стейки, посыпьте с двух сторон специями, посолите по вкусу и сбрызните лимоном. В сковороде разогрейте растительное масло, каждый стейк обваляйте сначала в муке. Затем во взбитых вилкой яйцах. Подписывайтесь и ставьте лайки. И в последнюю очередь в панировочных сухарях. Жарьте с двух сторон на среднем огне по 4-5 минут, если стейки широкие, то также с боков. Готовые стейки выложите на бумажное полотенце, чтобы снять излишки жира. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Горбуша – одна штука, выпотрошенная, без головы. Яйцо куриное – 2 штуки. Мука – 0,5 стакана. Панировочные сухари – 1 стакан. Специи – по вкусу, для рыбы. Лимон – 0,5 штуки. Соль – по вкусу. Масло растительное – по вкусу, для жарки. Количество порций – 6-8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.